Всем привет! Вот как видите, имеем кучку металлолома, профильные трубы, обрезки, а мы давайте из них попробуем сделать станочек, стойку для болгарки. Давайте попробуем. Вот имеем кусок 80-й трубы, толщина 4 мм. Имеем вот 4 подшипничка таких. М10, 2 болта под эти подшипники. 2 подшипничка под М8 болт. Будем делать с этого карет. Ну что, делаем? Thank you.
Вот, закрепил болгарку на наше приспособление, так называемую каретку. Еще он до конца не доделан, просто сейчас все собрал по своим местам, отрегулировал и хочу проверить, как он все-таки режет. Я этот станочек сделал под 150 диск, так как сейчас карантин, негде купить 150 диска. Есть всего лишь диски у меня на 125, и буду тестировать с этими дисками. Просто повышу стол с помощью USB-шек. Показать сильно у меня нету на чем. Имею вот такую трубку, уголок и полоску. По толщине толще трубку не могу разрезать, так как не имею 150 диска. Вот какой получился разрез. Thank you.
чуть-чуть не дорезала. Не хватает диска. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, вот эту сторону, где резала нормально. Вот. Результат. Там немножко бугорчики, то нормально. Вот что мы резали. Вот, покрасили. Ну что, а теперь собираем нашу каретку. Наш верхний мостик подшипниками регулируется вот этими болтиками двумя. А этими гаечками контрагается, когда отрегулируешь. Вот этим болтом. И с обратной стороны болтом регулируется болгарка, что туда-сюда. Этим болтом и вот этим болтом регулируется туда-сюда болгарка. Потом ручка накручивается. Этим уголком
выставляется 45 градус и 90 градус. В него упирается деталь и пилится под 45 и под 90 градус. Конечно, можно было бы добавить еще сбоку подшипники, тогда резало бы еще точнее. По бокам подшипнички я не поставил, так как я их не имею в данный момент. Но я посмотрел, что и так неплохо работает. А если в будущем выработка появится, просто возьму и добавлю по бокам подшипнички, и все будет супер. Этот станочек сделан не для ювелирных работ. Маленькая погрешность, если и есть, это ничего страшного. Все равно сварка это закроет. У меня будет резать эта стойка до 50 мм. Трубу и так далее. Ну, как-то так. Все, короче. Всем спасибо за внимание. Всем пока.